Всем привет! Хотел бы поделиться еще такой одним моментом, скажем так. Длительное время уже у себя использовали светодиодные лампочки вместо обычных. Ну, вместо обычных, вместо энергосберегающих, так называемых, и так далее. В чем плюсы? Значит, лампочка, которая энергосберегающая, тоже. Это лампочки накаливания. Они и тепло выделяют, и содержат ртуть. Обычные светодиодные лампочки не выделяют столько тепла, не содержат ртуть. Даже если разобьется лампочка, ничего страшного с ней не случится. Время от времени знакомые приходят, если вдруг заходит разговор о лампочках. Очень интересен вот такой эксперимент. Работающая лампочка. Можно спокойно взять ее руками. Вот это светодиодные лампочки. Они не нагреваются настолько сильно. Точечные свет тоже обычные лампочки. Был даже такой случай, что вот под лампочкой висит мой телевизор. Там тоже светодиодная лампочка. Сейчас стоит пока не без точки. Ранее у меня там стояла галогеновая лампочка. Так вот, эта галогеновая лампочка немного даже пока светилась, нагрела заднюю часть, пластиковую часть телевизора и немножко ее поплавила. Со светодиодными теперь такого не получится. По поводу энергосберегаемости. Ну вот та же самая энергосберегаемая лампочка. Это 12, 15, 17 ватт. Светодиодная при этом же это 3-4-5 ватт. По энергосберегаемости в несколько раз лучше, чем любая энергосберегаемая лампочка. По сроку службы раз 8-10, опять же, дольше, чем любая энергосберегаемая лампочка. Ну, единственный вопрос — цена. На текущий момент, конечно, цены на светодиодные лампочки достаточно большие. Хотя последний год-два цены снижаются. Сейчас светодиодную лампочку достаточно недорого можно купить, причем любых форматов, любых видов. И там акционные супермаркеты, так, строительных акционные лампочки постоянно выбрасывают на продажу. По поводу эстетичности, как по мне, вот такая вот лампочка, аккуратненькая, кругленькая, намного симпатичнее, чем выделяющаяся, то есть даже самая маленькая энергосберегающая, вот настолько лазила и со своими битушками различными. То есть такая светодиодная лампочка намного эстетичнее смотрится, чем либо другая. Плюс вот здесь какое также стоит светодиодная лампочка. По-моему, все лампочки стоят, а мы здесь 5-ваттные. Ну, значит, можем посчитать даже расход. Плюс здесь стоит 4 лампочки над рабочей походной поверхностью 2. И в проем тоже стоит еще 3 лампочки. 4 плюс 3, 7 плюс 2, 9. Каждая лампочка по 5 ватт, даже если включить полную иллюминацию на кухне, будет достаточно, действительно, очень светло. Расход энергии всего лишь 45 ватт. При обычной работе это или 2 лампочки здесь, или плюс еще 2 на кухонной поверхности, то есть 4, это 10 или 20 ватт. Если идея кому-то была интересна, пользуйтесь. Всем всего хорошего, удачного дня. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!